Моцная хореографічная постановка на открытии конкурса и неверогодный вокал. Удельники кастинга в Рогачеве спевали на сцене и танцевали докладно большим конкурсанты из остатних районов. Яркие образы, цікавые нумары. Усяму гэтаму допомагала активная команда подтримки. Выпробовать свои силы и скористаться шансом стать телезоркой пожадали многие школьники. До конкурса рыхтавалися несколько месяцев. Выступления отрымались яскравыми, бо каждый конкурсант имкнулся стать пероможцем. Я хочу стать телеведущей, чтобы путешествовать по миру, чтобы открываться человеку, чтобы все знали меня. Я реально хочу работать там, где будет достаточно моей энергии и моего потенциала. И каким телеведущим, какого жанра ты хотел бы быть, если вдруг победишь? Сложный вопрос. Честно, наверное, буду вести новости. Стать телезоркой – справа нелегкая. На кон того, каким повинны быть телеведущие, у конкурсанта Усажлобина свои меркования. Как думаешь, каким должны быть телеведущие, да? Какими качествами обладать? Мне кажется, больше всего это добротой и радостью, искренностью. Чтобы он мог все рассказать. Ну, чтобы вот он сказал, люди все поняли. Телезвезда – это популярная, как сказать, девчонка. Да. А мне очень нравится петь. Но моя мама против, говорит, иди садись, учи математику. Я говорю, мама, я буду телезвездой. Скороговорку можешь прямо сейчас? Могу. Давай. В четверг 4 числа в 4 с четверти часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурий. Но 33 корабля лавировали, но так и не вылавировали. 36 удельников презентовали свои визитовки членам журы со сцены Жлобинского центра творчества детей и молоди. Талиновитый каждый школьник, некоторых смело можно запрошать на телебачение уже зараз. Однако они повинны пройти еще полуфинал и финал телевизионного конкурса. Первое мероприемство отбудется в мае, другое – в червени этого года. Плануется, что отбор финалистов будет ожидаться с сотни удельников. И только четверть от этой лишбы сможет пробиться у финал, как продемонстрировать свои промоуницкие здольности и стать ведущим детячей телепрограммы. Александр Гамоля, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».